21-я причина больше ходить, если вы хотите похудеть, это то, что ваша ходьба очень сильно влияет на вашу лимфатическую систему. Лимфатическая система – это что такое? Простыми словами, это у нее две функции. Это канализация своеобразная для вашего тела, куда ваше тело сливает все отходы свои, все, что как бы ему не нужно, уже сливает в лимфатическую систему. Это одна функция. Вторая функция – это иммунная. Потом все это, там лимфоциты, если слышали, да, клетки, которые как раз борются с разными микробами и так далее, бактериями. Так вот, лимфоциты, они водятся как раз в лимфе. То есть вторая функция – это очистка всего этого и тренировка лимфоцитов в этом всем. Так вот, ваша лимфа, чтобы вы понимали, гуляет по телу не просто так, она, у нее движение, направление движения снизу вверх. У нее нет своего насоса, как сердце, например, у кровеносной системы. Но как-то она же по телу должна ходить. Так вот, эволюция, да, придумала, что ходить лимфа будет по телу снизу вверх, во-первых. А во-вторых, она будет качаться вашими мышцами. То есть, когда вы мышцы ваши работают, ваша лимфа начинает двигаться от этого. То есть, ваши мышцы выполняют функцию насоса для лимфы. И больше всего лимфа качается за счет икроножных, ну вообще ножных мышц, голеностоп, вот это вот все, мышцы стопы и, ну в общем, вот эти вот. Поэтому, если вы хотите худеть, то для вас крайне важно, чтобы у вас хорошо работала лимфатическая система. Она, в принципе, крайне важна не просто для похудения, а и вообще по жизни. То есть вы прям заметите, когда вы начнете больше ходить, что у вас будет улучшаться иммунитет, что вы... Я лично, как похудел на 23 килограмма, я перестал болеть, и я, наверное, год не болел вообще ничем. То есть вообще совсем ничем, понимаете? Поэтому... Для здоровья это тоже очень классно. Вот, поэтому ходите больше, худейте. Если хотите похудеть с моей помощью, то переходите по ссылочке в профиле на мой сайт. У меня там 7-дневный курс похудения с коучем. Похудеете с позитивными эмоциями, сможете удержать свой вес. 18 элементов успешного похудения вы там узнаете. Ну а если хотите лично со мной поработать, у меня есть персональные коуч-сессии, поэтому пишите мне в личку, поработаем.